Были брошены все силы на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Помощь пострадавшим оказывали более 30 бригад скорой помощи. Все ближайшие больницы приняли к себе пациентов. При необходимости доставим их в Краснодар. Также в Новороссийск по поручению губернатора направились министр здравоохранения края и бригады санавиации. Госпитализированы 44 человека. Более 10 из них – дети, 13 пациентов экстренно прооперированы. Недалеко от города автобус с пассажирами упал с высоты после столкновения с автомобилем. Погибли пассажиры легкового автомобиля, женщина и двое детей. 45-летний водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.